сгруппировались, ребятки. Ребятки сгруппировались. Сгруппировались. Иди сюда, Паша, Паша. Сюда иди! Смотри, почему. Лондон! Париж! Португалия! Еще нет, но скоро будет. Ключ от нее уже есть. Вот наша машинка. Fiat Panda. Че, как машинка? Отлично. Почти все влезает. Почти рюкзаки ручные. Почти ручная кладь даже. Портимау, да, в общем, мы доехали за полчаса, наверное, до работы. Да, не много. 40-50. И часа два едем здесь. Да, тут очень весело. Потому что на домах нет ни номеров, ни улиц, ничего. Тут просто есть дома, надо понять, где. Да, у нас до сих пор нет сим-карты, нет португальского интернета. В общем, мы где-то прямо рядом вот с домом, мы просто не знаем, где он. Короче, прошел час, и сейчас мы думаем, что мы сейчас... Ну, сейчас вот мы точно рядом где-то. Мы пока еще не знаем, где именно. Какая-то фигня вообще. Как выяснилось, в адресе вообще не указан номер дома, а номер телефона хозяйки – это номер во Франции. А мы идем за Алексеем, он где-то в полиции должен быть. В смысле, он ничего не творил, он там пытается найти, где мы живем. А мы все еще ищем жилье. Ребят, мы нашлись. В смысле, мы нашли. Это дворец. Это самое большое здание в районе оказалось. Мы нашли. Опа, она. Самое главное, что у нас есть вот... Да. И кофеварка. Офигенно, я хочу все. У нас тут еще кухня оказалась. Тут вот мы очень расстроились немножечко. Ну, готовится, у нас нет. Стремно, может, зато вот здесь охренительный балкон.
Доброе утро. Мы пережили ночь в Портимао. Как не факт, я же пережил. В курортном городке на юге Лиссабона. А на улице охренительная жара. Сходили в местный супермаркет, и мы купили до хрена всего. Причем цены как бы реально, ну уж точно не выше наших. Ну на что-то больше, на что-то меньше. Короче, ты местный Ашан. Ну типа да. То есть цены вполне демократичные. Например, суплёк, ну это меньше евро. 6 бутылок воды там, да, 40 рублей. Все нормально. Thank you.
бля, на бал спрятан 250 километров в следующей европейской столице в городе Лиссабон. В общем, мы без проблем нашли, ну почти без проблем, не считая то, что как бы по Лиссабону покатались, нашли нашу квартиру в Лиссабоне. Вот Пашка тоже снимает, ходит. Квартира шикарнейшая, люди прекраснейшие, которые нас сюда заселили. Очень приветливые. Очень приветливые, да. В общем, показываю квартиру. Самое классное это в этой квартире, то, что как бы вот находитесь в комнате, кровати, диванчик, телевизор, все дела так. И оп, неожиданно, и вы уже на веранде. То есть как балкончик такой, в общем, полы с подогревом и шикарнейший вид из окна. Дешкупе. Буэна нойте, сеньора, сеньоритас. Всем привет. Добрый вечер. Что-то все так культурно есть сразу начали. Да не так мы ели, мы на самом деле ели, ели вот так. Ну, блядь, что ты капаешь своими макаронами, сука? Бери свою вилку от меня. Нет ничего прекраснее, чем в столице славной страны Португалии навернуть бомж-пакет из России. И чужого вина. И вино нам оставили с портвишком. Предыдущие жильцы. Не, хорошо. Ну, плохо. Что же вы так лезете? Ну, дайте хлебнуть-то. Да. В большой семье клювом не щелкай. Кто первым стал, того и тапки. Хабатуро. 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 Mexe o rabo, pede um beijo, mexe o rabo e dá-me um beijo. Não aguento mais este calor, mexe a bunda e dá-me amor. Esta noite é minha, é tua. Já te imagino numa chadama que necessito. É contigo que eu me excito, deixa-me tocar, quero te ver a dançar toda a noite sem parar. Deixa-me sonhar, dança comigo, eu não aguento. Desculpa olhar assim para ti, só lamento. Quero que fiques aqui dentro e vem dançar comigo.